Всем здравствуйте! Летом прошлого года я сделал прививку методом окулировки нескольких подвоев, сеянцев, яблони. Прививал яблоню, которую я нашел в старом заброшенном саду. Какой-то летний сорт, неизвестный мне яблок, очень вкусные. Об этих яблоках я уже снимал ролик. Кому интересно, ссылку на него дам в конце данного видео. Вот здесь или вот здесь, вверху, в виде квадратиков, они в конце данного ролика появятся. Нажимайте, смотрите, кому интересно. Итак, в прошлом году, летом, я сделал окулировку, то есть привил почку. Почки прижились, и у меня сейчас есть 5 деревьев привитыми почками летних яблок. Весной я сделал обрезку, немножко укоротил подвои. Почка вот здесь привита и вот здесь. А я обрезал подвои примерно больше, чем наполовину, чтобы стимулировать рост почек. Как результат, видите, как привитые почки отличаются от вот родных почек. Вот здесь такие вот маленькие побеги, а вот здесь, смотрите, какой побег. Один, второй и там еще два. И я сейчас буду заниматься тем, что обрежу все, что выше почки, которая прижилась. Я ее привил. Вот здесь окулировка. И вот здесь окулировка. Щитки. Все, что выше почки, я сейчас секатором обрежу. Обрезку подвоя я буду проводить вот таким вот секатором. Это итальянский секатор фирмы Duobuoi. Обзор таких секаторов я уже у себя делал на канале. Кому интересно, ссылку на видео дам тоже в конечных заставках. Вот здесь или вот здесь, в виде квадратиков, нажимайте и смотрите. Пятый саженец, который я пересадил этой весной уже на постоянное место роста. Он тоже прижился, вот место прививки. Это будет яблоня расти рядом с нашим многоэтажным домом для детей, для взрослых, кто хочет вкусных яблок. Ну и здесь тоже нужно обрезать все, что выше прививки, и пускай себе растет.